Всем привет! Как вы знаете, в издательстве АСТ у меня вышла книга про мясо. В сентябре месяце я по этому поводу в Москву прилетал на презентацию. С многими из вас встречался. А теперь делюсь неожиданной для меня новостью. В октябре месяце в рейтинге книг «Блюда из мяса и птицы» про мясо заняла первое место. Вот так. Очень рад, что книга вам понравилась. Меня регулярно спрашивают, как купить книгу, находясь за границей. Я не контачу с магазинами, я не торгую книгами. Но, как я знаю, магазин «Лабиринт» отправляет книги за границу. Даже вот в Америку и в Канаду отправлял. И еще один момент для тех, кто пропустил мои предыдущие объявления о книге. В роликах я рассказываю и показываю достаточно подробно, с кучей воды, про то, как готовить то или иное блюдо. И готовить по таким роликам не всегда удобно. Книгу я писал именно как такой краткий справочник. Открываете нужный вам рецепт, смотрите список продуктов, смотрите основные этапы готовки. А все подробности, все тонкости я для сокращения времени в книге не указывал. Наводите телефон на QR-код, к каждому рецепту он имеется, и смотрите ролик на YouTube, если что-то осталось непонятным. Как-то так. Спасибо, что вы у меня есть.